Thank you.
что, да, Крюша? А? Не, не, ну другой. Слушай, русская позвольная команда. Ну, что? Серьезно, что ты что? Да. А как закончился драматик? 23-0. Аплодисменты, друзья! Поприветствуем команды на поле! Напоминаю, что сегодня проходит товарищеский матч между командами Киев Джетс и Черный Шторм Москва. Ровно месяц назад, может быть, чуть больше, состоялся первый матч между этими двумя командами здесь же, в Киеве. Тогда, напоминаю, киевляне победили со счетом 23-0, кажется. Мы вас приветствуем на украинской земле, право выбора хозяин, гостям точнее. Орел, верно? Прием. Прием, обира. Прием. Проведи. Половина какая ваша? Давай отсюда. Киев, пробитие. Москва, прием. Прием,
Команда Киева готовится к начальному пробитию. Только что видели, капитаны команд разыграли, у кого будет владение мячом, у кого прием. Поаплодируем киевлянам, давайте заведем их на игру. Черный шторм начинает свою атаку с 40 ярдов. Первый даун. Хороший бег, примерно на 15 ярдов. Буквально первая минута матча, второй розыгрыш мяча и тачдаун. Двадцать первый номер Дэн Фитнес. Ваши аплодисменты. Хороший бег. 43 ярда. Черный шторм берет тайм-аут. Команда, которая заносит тачдаун, имеет право на пробитие экстрапоинта, который приравнится к одноочковому, и либо двухочковую реализацию. Реализация есть. Счет становится 0-7 в пользу команды «Черный шторм». Неожиданное начало, друзья. Мы будем надеяться, что киевляне найдут себе силы и могут переломить ход поединка. По всей видимости, это уже не та Москва, которая приезжала там в августе. Тем интереснее будет сегодня матч.
На приемный киевлян был Дмитрий Сергин, 88 номер. К сожалению, не очень удачный возврат, 20 ярдов. Именно с этой позиции начинают киевляне. Напоминаю, что задача обоих команд достаточно простая, на первый взгляд, это занести мяч в зачетную зону. Эта зачетная зона называется... Она отделена красными фишечками. На эту команду есть 4 попытки. За 4 попытки команда должна пройти минимум 10 ярдов, после чего дается еще 4 попытки. Судья фиксирует нарушение у команды Киев. Фальстарт. Штраф 5 ярдов. Повтор первого дауна. Попытка бега у киевлян, но боковой судья выбрасывает флажок. Возможно, было нарушение. Судья фиксирует нарушение у москвичей, все те же 5 ярдов. Снова повтор первого дауна. Браво! Великолепный пас на 30 ярдов в исполнении Максима Черепинского. Прием в падении в исполнении Дмитрия Сервина, 88 номер. Отличная комбинация. Поприветствуем киевлян. Второй даун и 6 ярдов киевлянам, чтобы заработать первый. Две квотербека с мячом. Первый даун заработан. Аплодисменты Максиму Черепинскому. Yeah.
14 номер москвичей, Синисин Владимир. Проходит на квотербека сек. Потеря мяча, и мяч переходит к москвичам. Еще один вынос 21-го номера. 7 ярдов. Также следует отметить, что сегодняшняя игра интересна тем, что нападением команды «Черный шторм» руководит квотербек Александр Нартов, бывший игрок команды «Славяне Киев», который вместе с ней в 2004 году стал чемпионами Украины. Сейчас Александр проживает в Москве и защищает цвета команды «Черный шторм». Все внимание, 16 номер, квотербек. 52 номер, лайнбекер команды «Киев Джетс», Будилов Сережа. Прекрасный захват бегущего игрока. Третий даун, и москвичам остается 1 метр для того, чтобы заработать первый и получить снова заветные 4 попытки. Прекрасный захват бегущего. Третья попытка не реализована. Четвертый даун, остается пол ярда примерно. Может быть, ярд. Но теперь еще больше. «Черный шторм» сейчас совещается, это называется хадл. Команда есть 40 секунд на то, чтобы выбрать комбинацию, сделать построение и начать атаку. Восьмого номера команды «Черный шторм». Парамонов Антон. Вынос на 35 ярдов. Красиво, ваши аплодисменты. Бег Александра Нартова, 16 номер, квотербек команды «Черный шторм». Thank you.
15 ярдов за счет киевлян. Второй удар от москвичей. Снова бег. Отметим раннинбека команды «Черный шторм», 21 номер, Dance Fitness. Я думаю, сегодня уже набегал, в общем, в первой четверти ярдов 60-80. Браво! Киевлянам стоит собраться, москвичи находятся в так называемой красной зоне, до зачетки Киева 10 ярдов. Поддержим Киев! Ярда штраф. Бега у команды «Черный шторм» отмечаем, что сегодня бег явно удается москвичам. Ждем решения судьи, был тачдаун или нет. Нет, это не тачдаун. Третий и инчи. Команде «Черный шторм» остается занести какие-то считанные сантиметры. Команда проигрывает сейчас 7-0 и находится буквально в своей зачетке. Нужно выстоять, держаться. Тачдаун! Счет становится 13-0 в пользу команды «Черный шторм». Переплачено игрока команды «Черный шторм». Защита киевлян занесла бы зачетку, это называлось бы сейфти. И команды киевляне заработали 2 очка. Похоже, что Киев пока не ожидал такого. Поздравляю киевлян. Хороший пас, короткий, на 47-го номера. Вроде на 15 ярдов, двое бегущих киевлян, ожидаем атаку. Ай-яй, как вы видели, неудачный отброс центра. Но слава богу, квотербек успел накрыть мяч, и он не перешел к москвичам.
Пытка бега у Киева, 23 номер, его останавливает 98-й. Москвичей. Родину 0 ярдов. Иркивлян, 3-й даун. Дауна 12 ярдов. Все понимают, что именно сейчас нужно решать проблему первого дауна, потому что на четвертом рисковать нет смысла. Очень важный розыгрыш. Ай-яй. Сэк в исполнении Москвы. Киевляне теряют ярды. Потери, например, 10 ярдов. Защитный блок Киева не справился с... Четвертый даун на 20 ярдов. По всей видимости, Киев будет пробивать пан. Повинаем пан забивается для того, чтобы отодвинуть команду противника как можно дальше к своей зачетке. Потому что в следующем розыгрыше киевляне будут защищаться. Невероятно! Чуть было, москвичи не потеряли мяч, увидели неудачный прием возвращающего игрока. Первый номер фитнес. Будем называть этого игрока так, надеюсь, он не обидится на нас. Черный шторм пока даже не раздумывает о том, чтобы включать пас в свою атакующую игру. Проходит бег. Тем временем закончена первая четверть. Команды меняются половинами поля. Я напомню, что между первой, второй, третьей и четвертой четверти перерыва нет. Перерыв отличается в футболе только между второй и третьей четвертью. Очередная попытка бега от московской команды, это тоже 21 номер, но на этот раз защита Киева отстояла, если пройдено 0 ярда. Третье событие снова был Сережа Будилов. Друзья, давайте поддержим киевскую команду. Второй 10. Нужно стоять и держаться. Вроде на тебя. По-моему,
сегодня еще не было так, чтобы у Москвы был третий раунд, примерно 9 ярдов. Тоже достаточно важный розыгрыш для московской команды, потому что в следующем розыгрыше будет тяжело решать свою задачу. Нужно добиваться сейчас ее. Команда готовится к пробитию панта. Шумовский Игорь, 10 номер московской команды, готовится пробивать пант. Напомню, сегодня сделал одну удачную реализацию и одну неудачную. Ой-ой-ой. Это американский футбол, друзья. Джетс начинает атаку с 20 ярдов. Все в руках киевлян. Мы сегодня видели уже исполнение великолепной связки, басовую комбинацию «Черепийский терапевт». Есть вариант, ребятам нужно просто играть. Попытка бега у Киева. Поливин Евгений, 33 номер. Пройдено, по всей видимости, 2 ярда. Пас не прием, но до этого судья выбросил флажок, зафиксировав нарушение. Шторм, 5 ярдов штраф. Я музыку делаю? Не делай хлопков, ты что, не делай музыку. Расставил нахуй вообще. Пока решался. Пока решался вопрос с музыкальным сопровождением.
На поле явно произошло что-то интересное. Нарушение со стороны киевлян, захват, 10 ярдов штраф. Я поддержим Киев. Третий даун, 16 ярдов. Смелое решение, бег, к сожалению, неудачно. Четвертый даун, 15 ярдов. Киевляне стоят под своей зачеткой и готовятся пробивать пант. Все, надо все быстрее. Свистеть, я сообщаю, начинаю, ты уже свистеть, я закончу внимание. Ждем решения судьи. Игра продолжена. Ну что?
что ж, еще один бег из половины 21 номера. Черный стол практически отыгрывает то, что было потеряно в предыдущем розыгрыше. И судья фиксирует нарушение. Нападение номер 54. После свистка доработка, да. Нападение номер 54. Какая разница? Это человек. Доработка после свистка. 15 ярдов. 15 ярдов штраф. Второй даун, 28 ярдов. Отличный прием, отличный пас и не менее великолепный текл. Аплодисменты обеим командам. Третий 22. Три ярда Киеву надо пройти. Отлично, есть. Пройдено 4 ярда. Заработан первый даун. И побежал. 23 номер. Браво! Еще один удачный вынос. 7-8 ярдов, все тоже 23 номер. Хороший вынос, 33 номер, ждем решения судьи. Если первый даун. Первый даун, браво, Киев. Попытки его сыграть.
повтор предыдущей комбинации, к сожалению, неудачно. Возможно, это было спонтанное решение, который искал пас в последний момент от игрока предыдущего 32-го номера Жилинского Стаса. Судья останавливает игру. Нарушение. Постарайтесь без провокации. Не хотела. Номер 98, нападение. Фальстарт. 5 ярдов нарушения. Так ожидаем, какое решение примут судьи. Там, к сожалению, стоит парень, который в этом... Третий даун. Так, нарушение не было зафиксировано, третий даун. К сожалению, судья не может за всем следить. Напоминаю, что в американском футболе там было 6 судей, но, к сожалению, 2. Ай-яй-яй. Отлично двигался квотербек Кивлян. Уходил от защитников московской команды. Попытка паса на все того же 88-го номера Дмитрия Серпина. Однако квотербек и ресивер не поняли друг дружку. Поэтому пас выдался. Итак, четвертый даун. Игра надо пройти примерно 15 ярдов. Если бы Киев стоял на своей половине, пробивали бы банк, так команда находится на половине противника. Поэтому попытка розыгрыша. Я точно передаю.